себе. Ты ребеночка несешь. Лисичка. Неси, моя хорошая, неси. Да ты моя маленькая. Вот она их перетаскивает куда-то в другое место. Но она одного так же несла. Она одного уже перенесла так же. Да ты моя лапочка. Следующий. Нет, он ее держит, хватается за нее. Ты за другим ребенком побежала, да? За другим ребеночком. Ну вот, на перекуси маленечко. Откуда-то она оттуда носит детей. Вот откуда, сейчас посмотрим. Вот она где-то в этом кораблике где-то гнездо устроила. И оттуда перетаскивает детей куда-то, ну, в другую сторону, в парк. А тут прям над дорогой. Я вижу, но на видео не видно, где она. Вон она, кораблика, вон она, ребенка. Это третьего ребенка уже у нас на глазах несет она. Этот беленький, тем более порыжий, этот беленький. Не подходите, не подходите, у нее ребенок. Все, с четвертым бельчонком уже. Вон она его укладывает. Перекладывай, перекладывай его удобнее, перекладывай. Проследили, куда она носит, уже четвертого понесла. Кому вы оплачиваете, тому и звоните. Ворона навстречу. Ой, сорока. А она бельчонка тащит, а это гонится. А, охотница. Ничего себе, а. Вот она их сюда перенесла. Вот в это дупло. Сколько тут метров оттуда? Метров 100? Да нет, меньше. Меньше? Этот кривой клен. Метров 50. Здесь тоже жизнь-то нормальная. Его спилят, этот клен. Да, они сейчас маленько подрастут, они выйдут отсюда. И низко пойдут. Ну конечно. Они уже вообще большенькие. Они вот уже выглядывают. Траву? А я ей вон положила. Там. Она траву, оказывается, уже, значит, она оттуда перетаскивает эти утеплители из этого, из того гнезда, теперь их накрывает. Ой, там сюда есть маленький ультик, там маленький у нее. Накрывает теперь. А я ей там положила, может быть, она это возьмет сейчас. Иди, девочка, иди. Вот ладно, возьми. Иди, лежит. Лежит там материал еще, давай, бери. Она его опасается. Устала маленькая. Детей перетаскивала. Потом пошла туда за утеплителем. Устала лапочка, да? Бери, бери. Бери еще. Она его обходит, не хочет. А, она орех увидела. Я ж там орех еще повесила. И она думала, что взять. Взяла орех.